пройти мимо и не прокомментировать данную ситуацию. Вчера вечером вижу вот эту вот постятину по поводу срочной помощи женщине. Перечисляйте карточку на деньги, там, деньги на карточку. Вот, смысл такой. То есть, вообще все эти посты замечательные, они пишутся, ну, оленями. Оленями основательными. То есть, ну, оленями, правда, психологами, которые рассчитывают на добрые сердца, на то, что вы кинетесь, там, что-то начнете платить. Но чаще всего в них написан бред, бред собачачий. То есть, на то, что просят денежку, на самом деле она не требуется. Когда в случае экстренной травмы, да, то есть, какая-то экстренная ситуация, когда человек попал в аварию, когда... Ну, вот что-то такое, там требуется кровь, либо требуется какая-то там покупка. Все эти средства, на самом деле, чаще всего есть. И в платных клиниках они не продаются. То есть, допустим, когда, ну, единственное, что может быть, вам могут порекомендовать там сдать кровь для определенного больного. Но от денег это не зависит. То есть, даже в самой заперде привезут кровь, так или иначе, да, жизнь больного спасать будут. А то, как в этот раз, ну, там требуется имплантант черепа. Но это вообще, это бред, ну, вообще сивой кобылы, не то слово. Вот, и никогда не сразу не кидайтесь переводить деньги. То есть вам, ну, проще все-таки почитать этот текст, да, ну, о чем там написано. Вот, если вы, я с удовольствием вас проконсультирую, если вы мне отправите, ну, доброго у вас сердца, да, пишите в директ, я почитаю эти тексты, ну, постебаемся вместе, потому что, ну, там на самом деле вот этой вот беды, ее там, ее и нету, да, то есть это взломали страничку, там сразу видно, что комментарии запрещены. Под этим постом, да, там сразу данные карточки, рассчитанные на тех, кто денежку переведет. Ну так, для справки, имплантант черепа, но он вообще не нужен при острой травме, когда человек умирает, ему делают наоборот, ну, отверстие в черепе для того, чтобы он была ну, как сказать, мозг отекает, и спасение жизни зависит от того, как реаниматологи справятся с отеком, а имплантант черепа для того, чтобы заткнуть дырку, о чем я рассказываю, да, это верная смерть для человека. Ну, конкретно вот этот пример. Поэтому не ведитесь на эту беду вообще, все это полная хренота, вообще страшная.